Всем привет! Немножечко расскажу о нашей поездке. И вчера было 1 января 2020 года. И так получилось, что этот день выпал на первый день нашей поездки в Виннипег, Аризона. И так получилось, что пришлось еще вернуться в дом, доубирать его, делать еще пару каких-то тикуним. И где-то уже после, к сожалению, после 3 мы погрузили всех детей, животного, кота и поехали в сторону Америки, границы с Америкой. И поехали мы на 2 машинах. Вон Дима на машине впереди. Он едет с девочками. Я везу всю домашнюю утварь и кота. На границе мы немножко задержались, надо было оформить машины, надо было, ну, мы же не просто едем, это рабочая виза. Немножечко нас задержали, и следующая наша остановка должна была быть еще 2.5 часа от границы. Мы заказали гостиницу в Фарго, но когда мы начали ехать по дороге, уже было довольно-таки темно. Оказалось, что вся дорога от границы в сторону Фарго ужасно, ужасно заледеневшая. Мы ехали 40 километров в час. Было, во-первых, там очень темно, но и дорога была просто невозможная. Все машины шли буквально пешком. И уже едя, видя, что это берет очень много времени и довольно-таки опасно, мы пришли к решению, что надо переиграть. Решили не рисковать. Да и зачем? И остановились не в Фарго, а остановились в городочке, который находится всего лишь час от границы. Называется это Гранд Форкс. Вот сегодня 2 января. И мы выезжаем из Гранд Форкса, опять проснулись, позавтракали, отоспались, слава богу, чувствуем себя намного лучше. Погода сейчас вот довольно-таки прохладненькая, мерзкая, потому что осадок какой-то, ну ничего, это лучше, чем вчерашняя ночь, поэтому мы довольно-таки браво едем, сейчас -2 за бортом, а мы едем более теплые края. Пока что еще на 2 машинах. Может быть, переиграем, может быть, одну из машин таки удастся сдать компании, которая занимается перевозками, и мы уже все дружно поедем в одной машине, так будет намного легче. Пока все. До скорых встреч. Здрасте еще раз. Итак, сейчас на часах 15:05. Мы доехали до городка Sioux Falls. Здесь уже +1. Уже чуть менее холодно. Дороги уже намного лучше. Такой небольшой городок. И где мы сдали одну из машин. И перебравшись в Кию, продолжим наше путешествие уже все вместе на одной машине. Будем с Димой меняться. И я думаю, что мы начнем быстрее. Начнем мы. If I'm kidding, then you are so cold, and you wear my dirty sweatshirt with...